Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Нормально ли это, что парень общается с двумя девушками одновременно? Стоит ли продолжать общение с парнем? Что делать дальше? Спасибо. Ну, на мой взгляд, вы здесь демонстрируете совершенно точно одну очевидную вещь. Что вам не нравится то, что парень общается с двумя девушками одновременно. Вот. Вам это не нравится. Но вы в себе не уверены. Вот. То есть вы не уверены в том, что вам это не нравится. А вы не привыкли доверять себе. Не привыкли доверять своей интуиции, может быть, вот, своим ощущениям. Не привыкли вы доверять этому, вот, и поэтому вы спрашиваете нас, то есть вы призываете людей со стороны рассудить, нормально это или нет. Вот. Мне кажется, что каждый человек определяет сам, что для него нормально, а что нет. Вот. Мне кажется, что человек сам определяет этот момент, что для него, что есть норма для него. И если парень общается с двумя, даже с тремя девушками одновременно, то это его полное право. Он так хочет. Но с другой стороны, и право девушки не участвовать в этом и не общаться с таким парнем, если ей это не нравится. Вот вам это не нравится, вас это не устраивает, и значит, что вам такое общение не подходит. Понимаете, да? Вот и все. Дальше. Стоит ли продолжать общение с парнем? Поищите вы. Ну, давайте ответим себе на такой вопрос. Зачем? А продолжать общение можно, естественно, но зачем? Можете ли вы себе ответить на это? С какой целью продолжать общение? То есть, если продолжать общение в надежде, что человек перестанет общаться с двумя девушками одновременно, то есть, например, с вами и с какой-то еще, то нет. Нет, не стоит в таком случае. Потому что нет никакой гарантии, и это нормально. Нет никакой гарантии, что человек перестанет
А если он не перестанет, а вы будете ждать, например, вам от этого будет больно. Ну, понятное дело, что вам решат, готовы ли вы идти на болезненность или нет. То есть, считаете ли вы, что ваши чувства стоят того, чтобы испытывать боль? Вот. Если считаете вы так, если вы в этом уверены, то общаться можно и нужно с человеком в таком случае. Но если вы сомневаетесь, или если вы не готовы к боли, вот, а это тоже нормально, что вы не готовы к боли, то опять же не стоит. И далее вы спрашиваете, что делать дальше? А что делать дальше, чтобы что? Какая цель? Что делать дальше, для чего? Какая цель? Я думаю, что вам нужно исходить из своих приоритетов. Если ваш приоритет больше касается мужчины, то есть вы хотите делать счастливым его, если вы заинтересованы в том, чтобы хорошо было ему, в таком случае, наверное, оставаться с ним и принимать эту ситуацию как данность. Если вы больше ориентированы на себя и в приоритетах у вас вы сами, то в таком случае, мне кажется, что ответ очевиден. Ну, на мой взгляд, ответ совершенно очевиден. Если вы только что узнали о том, что парень общается с несколькими, ну вот, с еще одной девушкой. А здесь хочется отметить, что вы как бы дистанцируете себя от этой ситуации. Вы как бы преподносите ее так, что она происходит как будто бы не с вами. Хотя я полагаю, что именно с вами. Так вот, если вам причинило боль то, что парень общается не только с вами, если вам от этого больно, то само собой
что эту боль нужно прожить. Эту боль нужно прожить, чтобы она вас не тревожила. По крайней мере, так сильно не тревожила. По крайней мере, так сильно, вероятно, как сейчас. Вот. По своему опыту могу сказать, что когда боль человеком проживается, то ему становится легче, ему становится проще принимать решения и видеть, как действовать дальше. Ну, то есть, появляется некий такой элемент структурирования. Тогда как человек, чувство не проживший или пытающийся их, эти чувства, зажимать, оказывается по итогу передавленным и невротически центрированным на чем-то одном, что само собой никак не способствует тому, чтобы человеку было хорошо. Это нужно, без сомнения, понимать. Мне кажется, что вы хотели услышать от психолога совет. Мне кажется, вы хотели услышать от психолога готовую рекомендацию по поводу того, как вам нужно себя вести. Психологи такие рекомендации не дают. Мы помогаем человеку разобраться в себе, а мы помогаем человеку по-новому посмотреть на себя, а мы помогаем человеку разрешить свои конфликты и противоречия, но мы не помогаем человеку прямо. Мы не даем прямых советов. Мы можем дать рекомендации касаемо улучшения качества психологической жизни, но мы не даем практических советов, потому что мы не берем ответственность за жизнь другого человека. А готовы ли вы взять ее в свои руки и принять решение хотя бы в том, как вы относитесь к этой ситуации? Ситуации, чего уж говорить, не самый приятный. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Обратная связь позволит вам сформулировать базовые постулаты для психотерапии и при желании, если такое желание у вас есть, ее начать. Удачи! Обращайтесь за помощью, вам она пригодится.